Глава Министерства спорта России Олег Матыцин на полях Восточного экономического форума на Русском острове прокомментировал идею провести Олимпийские игры 2036 во Владивостоке. Такое предложение ранее озвучил глава города Константин Шестаков. В основе всего должна быть мечта в начале. Вот, мне кажется, эта мечта озвучена. Насколько она реалистична, думаю, все необходимые условия есть. Важно понимать, с какой целью здесь проводить Олимпийские игры, потому что это не только построить спортивные сооружения, не только создать команду, но это понимание, должно быть понимание того, что будет после Олимпийской игры, какое наследие будет. Но видим, что и губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяк, и мэр, глава города Владивостока таким пониманием обладают, и жители наверняка поддержат эту идею. Поэтому все основания есть. Кроме того, Олег Матыцин еще раз поблагодарил субъекты Дальневосточного федерального округа, в том числе Приморский край, за условия, которые были созданы для олимпийцев и паралимпийцев при подготовке к стартам в Токио. По его словам, созданная здесь атмосфера позволила нашим спортсменам впоследствии показать хорошие результаты. Алина Черненко, Александр Салков, новости на Восьмом.